Годовая инфляция в Казахстане замедлилась и стала ниже уровня ставки Нацбанка. После апрельского почти 17% показателя сейчас цифра упала до 15,9%. По данным Нацстата, в мае цены на продукты выросли на 16,5%, на чуть больше 17% подорожали непродовольственные товары. Платные услуги прибавили 13,5%. Если говорить конкретно, то из продуктов цены поднялись на капусту, лук, виноград, яблоки, морковь, картофель, рис, молоко и чай. Подорожал также сжиженный газ, дизельное топливо и бензин. Здесь рост составил не больше 2%.